Здорово! Сегодня видео у нас будет открытие кейсов, а именно 200 кейсов все для праздника. В общем-то, здесь у нас может выпасть краска, также фейерверки, украшения, наклейки. Ну и интересно посмотреть, что же чаще всего здесь падает. Итак, погнали! Кстати, у нас есть своя реферальная ссылка на официальный магазин Gaijin. Если вы что-то будете покупать, можете и воспользоваться. Будет скидка в 3%, а также две наклейки нашего канала в подарок. Ссылка есть в описании. В итоге с 200 кейсов мы выбили 19 бирюзовых красок. Кстати, бирюза падает довольно-таки редко. Допустим, те же самые эпики у нас выпали 115 раз, а легендарки 66. Среди них краски 70 штук, наклейки 63, украшения 50, голограммы 20 и всего лишь 17 фейерверков. Фейерверки падают реже всего, но примечательно то, что они даются навсегда. Это, конечно, огромный плюс. Ну вот такие вот итоги, пишите в комментарии, что еще открыть, ну в принципе с этого кейса выбить себе какую-нибудь красочку не так уж и сложно. Удивительно то, что выпало больше красок, чем наклеек, обычно всегда это наоборот. Ну а на сегодня все, если понравилось это видео, прожимайте палец вверх, буду рад вашей подписке, до новых встреч, пока!